друзья, добрый день! Это первый в России канал, посвященный мотоциклам бета, их техническим характеристикам, обслуживанию и эксплуатации в целом. И сегодня мы поговорим с вами о лапке переключения передач. Дело в том, что многие райдеры, пересаживаясь с японских или австрийских мотоциклов, испытывают небольшой дискомфорт при переключении передач. Дело в том, что стандартная лапка длиннее почти на 1.5 сантиметра. Итак, давайте поговорим о лапке, подходящей по изгибу, по размерам, по посадочному диаметру. В данном случае это лапка Hammerhead от мотоцикла CRF 250 2005 года. Сейчас мы ее сравним с оригиналом. То есть видно, что ни в какую крышечку ничего упираться не будет. Посадочные одинаковые. Но вот уже видно невооруженным взглядом, насколько лапка короче. Сейчас я покажу вам, как это все будет выглядеть на мотоцикле. Итак, друзья, у нас есть два мотоцикла. Один полностью в стандартной комплектации, другой уже подготовлен под спортсмена. Давайте посмотрим на лапку переключения на стандартном мотоцикле. Обратите внимание на изгибы, то, где расположен болт, чтобы подтягивать, и расстояние. Замерим расстояние 14.5 сантиметров. Давайте сравним ее с лапкой Hammerhead, которую мы установили на этот мотоцикл. Обратите внимание, что изгиб очень близок к оригиналу. Нигде ни во что не упирается. Шлицы посадочные абсолютно одинаковые. Болт расположен в том же месте. Ну и самое главное, чего нам нужно было добиться, это расстояние. Расстояние 12.5 сантиметра. Что в данном случае на 2 сантиметра меньше. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, информация была для вас полезна. А в следующем видео мы поговорим с вами про нюансы установки защиты радиаторов фирмы Pitech.